А еще всякие мои садовые затеи интересные. Вот эта прививка. Это яблоня. Это тоже яблоня, но от другого сорта. Вот место прививки. Вот еще место прививки. Я каждую веточку делаю собственного сорта. Это молодой саженец. Вот еще местечко. Я собираю по соседям старинные мичуринские сорта, чтобы они не пропали. Вот это прошлогодняя прививка. Вот. У меня тоже яблони экспериментальные. Вот прививка. Вот еще одна. Вот. Тут на самом деле на каждой веточке. Вот она. Вот на макушке, если приглядеться, такие коленочки, это все прививки. Вот другой сорт. У меня будут такие мульти-яблоньки. Вот эта вот большущая черешня на самом деле была вишенкой когда-то. Вот это ствол вишни. Вот это вот прививка. Тут прям ее видно. Вот это вот одна. Эта веточка была черешня москворецкая. А вот прививка вторая. Вот эта вот веточка была вишня ревна. Ой, черешня ревна. Вот я в этом году привила еще. Вот она пошла, почечки. Набухли. Это желтая. О, свекра взяла веточку. Вот такая вот у меня красивая черешня. Вот место прививки. Вот и вот. Вот интересный экземпляр. Вот это вот у меня обычная лесная сосна, ну, которую я опять же обрезаю, да, такими помпончиками. Вот это местечко, которому я привила кедр. Вот эта вот ветка, и это уже кедр. Тут вообще на самом деле узнаваемо, сейчас могу показать. Вот у сосны из одного гнездышка по две иголочки идут, да? А у кедра из одного гнездышка, вот если приглядеться, по пять хвоинок из одного гнездышка. Вот, так что вот этот у меня привитый, вот это вот местечко прививки, вот это вот сосна, а вот это кедр. Вот, сосне я рост ограничила, а кедр пускай растет выше. Вот такая затея интересная. Дальше. Вот это вот у меня пихта бальзамическая. Я к ней привила, вот в этом месте, тут даже видно, вот это вот место в прикладочку, да, я привила пихту длиннохвойную голубую. Вот у меня веточка, которая привита. А ниже, еще интереснее, ниже у меня вообще уникальный совершенно сорт. Она особо так не выглядит интересно. На самом деле, когда она взрослая, она очень интересная. Вот прикладочку, место, где приросло, да? Тут я уже основной ствол отрезала. А вот эта вот пихта совершенно уникальная. Она вот уже приросла. Я пока здесь прячу от всяких кошек, чтобы здесь не описали, ничего не сделали. Вот тут у меня яблонька. Вот этой прививки, вот место прививки 2 года. Вот еще место прививки, тоже 2 года. Вот этому месту 1 год. Вот здесь я только недавно развернула изоленту. Так. Вот этому вот тоже 2 года. Вот здесь такой разрезик. На самом деле там где-то прилипло все. Ну вот я в этом году еще привила. Вот белые изоленты, это свежие прививочки будут. Ну чтобы на одном дереве несколько сортов разных было. Вот это вот у меня большая желтая слива. Я к ней привила. Вот в этом месте, вот веточка, вот место прививки. Тут алыча найдена сорт называется. Она красная. Вот здесь вот вообще идеально прилипла. Даже уже почти не видно. Вот место прививки идет. Сейчас, может быть, с этой стороны. Вот она, да? Вот это алыча кубанская комета. Вот какая она большая стала уже, да? А вот это вот алыча златоскифа в желтое. Вот это вот место прививочки. Вот, и вся в бутонах. Так что у меня тут на одном дереве 3 вида разных сортов. Еще интересно, это у меня молодая игрушка сорта Лада. Я к ней привила вот в этом месте сорт Велеса. И все получилось. Вот она уже в зелененьких почечках. Так, вот место прививки. Если тут приглядеться, вот видно, да, прикладочку. Тут место, где оно прилипло. А вот тут я из зеленой елки, обычной лесной, решила сделать голубую, сортовую. Вот у меня веточка голубого цвета. Она привита вот в этом месте. Вот она уже растет. И макушка у нее совершенно голубая. То есть вот отсюда уже пойдет. Я здесь буду все остальное ограничивать, а из этой ветки будет половина дерева зеленого, а половина голубого. Я так задумала. Вот у меня интересный тоже эксперимент.
Вот это вот вишенка. Вот это вот место прививки. А это уже черешня. Вот такая ветка получилась за 2 года. Вот это вот как раз место прививки. Даже видно, что кожура, шкура разного цвета. Это матовая, а это прям такая блестящая коричневая. Вот это у меня другая, совершенно другого сорта. Тоже вишня идет. Вот она молодая вишенка. Вот место прививки. От этого хорошо видно. А это черешня. Вот из черешни получилось 2 побега. Они уже в таких хороших почках. Вот таких сильных. Я думаю, что будет интересный такой экземпляр. Вот тут вот целое дерево, да? Вот подвой, место прививки. Вот привой. Получилась черешня. Он довольно-таки большое уже деревце. Вот еще другого сорта черешня. Вот место прививки. О, какая уже ветка вся в почках огромная. Ну-ка, где? Сейчас я покажу. Вот она, место прививки. Это вишня, это черешня. Да тут на самом деле, тут каждая веточка практически разного сорта. Ну-ка, что-то фокус не наводится. Вот она, черешенка. Вот. Вот в этом месте она приделана. Может, сверху пойдет? Вот. Вот место прививки. Так, если приглядеться, тут почти каждая веточка так. Вот, например, даже сдвинута немножко эта вишня. Это черешня другого цвета. Ой, сорта. Очень интересно. Вот места прививки. Прям их видно. Она привой опережает немножко. Подвоит. Это вишня от черешни. У черешни даже больше ствол. Вот в этом месте я привила. Она такая сильная, большая. Вся в таких почках гигантских. И сливы свои тоже я делаю интересные. Вот это вот слива желтая. Вот эта слива красная. Она уже вся в почках. Вот. Разрезик есть. Вот я привила в этом месте. А сорта у меня записаны. Что-то я наизусть не помню здесь. Вот алыча на сливу, вот это слива, чернослив, а это алыча желтая. Вот место прививки, вот она какая красивенькая. Такие у меня затеи для развлечения.